заняты боевые рубежи у Восточной Пруссии. Январь 1945 года. Красная армия идет по Европе, освобождая порабощенные фашистским режимом народы. Уже брежет свет победы, но на пути Восточная Пруссия с огромным количеством крепостей и оборонительных сооружений. Ее столица Кёнигсберг считалась недосягаемой. Там действительно стены были такие, что снаряд не пробил бы. Началась сильнейшая подготовка с нашей стороны. И пули свистели, и взрывы тут были, все. Я делал свое дело. Сегодня на Западе историческая правда об освобождении Европы Советским Союзом все больше искажается. Подвиг советского воина-освободителя приписывается то американцам, то британцам, то еще кому-то. Ежедневно выдумываются все новые и новые небылицы о зверствах советских солдат в Европе. Миллионы изнасилованных немок, разграбленные музеи и так далее. Или живые свидетельства участников тех событий поставить под сомнение по-настоящему сложно. Стереотрубу виден немецкий город Ширвинд. Это уже Германия. Мы пересекли границу Восточной Пруссии, и здесь войска, вот наш батальон танковый и другие танковые батальоны были остановлены. И нам зачитали приказ Сталина о том, что мы воюем не с народом, а с фашизмом. Грабить ни в коем случае нельзя. Расстрел. Брать чужое имущество – расстрел. Буквально, вот, знаете, там мало других слов было. А вот было такое, что строжайшее наказание. Все данные собраны, нанесены на карты, сообщены частям и подразделениям. Шли последние приготовления к наступлению. Восточно-прусская операция. Стратегическая военная наступательная операция рабоче-крестьянской Красной Армии на территории Восточной Пруссии проводилась с 13 января по 25 апреля 1945 года. Включала в себя 6 фронтовых наступательных операций. За первые 3 дня операции советские войска из-за сильного сопротивления немецких войск с большим трудом выполнили задачу первого дня наступления. В течение следующих 5 дней Красной Армии удалось продвинуться и еще на 20 километров. После 2 недель ожесточенных боев продвижение Советской Армии значительно ускорилось. Были созданы условия для ввода в сражение 2-го эшелона фронта и развития наступления на Кёнигсбергском направлении. С командного пункта передан приказ. По логову врага огонь! Огонь! Территории Восточной Пруссии артиллерийская подготовка была настолько громадная, что день стал черным. И солдаты шли в темноте днем, а темно. Знаете, как катюши сыграли? Да термитными горит, все горит. А это немцы ускакивают, горит на одежде, он еще ускакивает, все, падает. Гитлеровские бандиты прошли по многим городам и столицам Европы. Они обратили в пепел и руины тысячи городов и сел. Возмездие обрушилось на Германию. Не доходя 10 километров до Кёнигсберга, на нашей 83-й гвардейской стрелковой дивизии навалился танковый корпус немцев, 300 танков. Наши 45-ки первого эшелона в лоб расстреливают, а их давят. Потом полковые артиллерии, приданные танки, приданные артиллерии, тоже лоб, их тоже давят. Нашу карусель устроили истребители,
А бомбардировщики немцы сыплют, и на нас половина попадает, и половина на немцев попадает. Наконец-то прибыл танк в резерв армии. Они действительно так лоп-лоп стреляют друг в друга. Вот взрывы танка. А впереди два дивизиона по 16 дальнобойные артиллерии. Еще слева дивизион зенитный. И вот идем мы, ой, тихо. Командир здесь снимает, берет радистский трубку, докладывает командующим, что контратака отражена. Освобождая города Восточной Пруссии, советским воинам открывались все новые и новые картины того, как раса господ обращалась с унтерменшами. В стране действовали более 50 трудовых лагерей и лагерей для военных пленных. В них, подобно рабам, трудились сотни тысяч советских граждан. Здесь, в немецком городе, томились в неволе советские люди. Тильзит заняли сходу. Он не ожидал даже, что это самое, что так русские будут. На этой вот территории отделились. У них еще укрепления были небольшие такие. А дальше уже пошли укрепления, вот уже к Гумбинину. Там траншеи, забетонированные. Разные поставлены надолбы. Танки тоже самое забетонированы. Стоят, понимаете, только ствол вверху. Там уже железная крепость была, понимаете. Там хоть сколько, головой бейся. Вся эта Восточная Пруссия, это был, ну, крепость. Каждый фольверк, это был дот. Дот. А почему? Потому что правительство Германии, значит, давало чертежи, как строить дом, давали суды бесплатные, но по их чертежам. И, значит, нижние помещения всех этих зданий в Восточной Пруссии, даже в фольверках, были бетонированы, как доты. Здесь, у входа в свою берлогу, немцы воздвигли мощные укрепления, пояса надолб, противотанковые рвы, укрытые в железобетон огневые точки. На протяжении веков Кёнигсберг был мощнейшей крепостью. За несколько лет до войны укрепленный район был модернизирован и являлся главным опорным пунктом немецких войск. Город со всех сторон защищали множество фортов с крепостной артиллерией, связанные подземными ходами сообщения, противотанковые рвы и широко развитая сеть укреплений полевого типа. 6 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта начали штурм Кёнигсберга. Кёнигсберг окружен был двумя кольцами этих боевых укреплений, вот, и считался неприступным немцами. Кёнигсберг оборона была укреплена очень. Знаете, вот иногда вот едем вперед, вдруг впереди пушка, раз, с земли поднялась и начала огонь. Значит, все это было автоматизировано, такие подъемные механизмы были, где установлены в блиндажах, были установлены пушки. Кёнигсберг – это очень-очень старый город, опоясан кругом самыми настоящими фортами. А что это за укрепление? Вода кругом, посередине земля, наверху у нас этой растут дубы, человек обходить не может. А чтобы туда попасть, там были откидные мосты, то есть опускался и поднимался. А там гарнизон, около 500 человек. Мы двое суток
крутились и ничего не могли сделать. Как сделать, что сделать. Так, они оттуда по нам не стреляют, но в любую секунду могли они стрелять, и они стреляли. Вот все, что осталось от мощного немецкого ДОТа. Единственный уцелевший немец обалдел от ужаса. В одном из таких вот ДОТов, значит, когда вошли дом, в этот дом, где, значит, вот в подвале сидели немцы, их уничтожили пехотинцы, вот, женщина, значит, одна была такая пожилая, и еду дочь, ну, молодая женщина, и эта дочь, значит, вот хрипела, у нее изо рта, значит, кровь шла. А почему? Потому что один солдат пехотинец еще в окно бросил гранату, и осколок попал, и, видимо, легкая попала. Да. Вот. Ну, когда мы вошли, они, значит, это, заплакали там, ой-ой-ой, значит, ну, потому что их-то воспитали так, что мы звери, вот. Ну, а со мной всегда был этот солдат, тот, который, значит, имел сумочку с медикаментами, когда шли в разведку и все такое, с медикаментами. Он, значит, сразу говорит, давай, раздевайся, но они думали, что он насиловать будет, вот. Ну, он содрал, значит, с нее, то есть, эти, вот одежду, значит, он действительно в спине у нее была там эта рана. Ну, что он мог сделать там, значит, это залепил или что, я уж не помню. Забинтовал, значит, вот. Ну, и мы и дальше пошли, не знаем, что, значит, получилось дальше с этой, вот, женщиной. Кёнигсбергская операция или штурм Кёнигсберга. Военная наступательная операция рабоче-крестьянской Красной Армии, часть восточно-прусской операции. Проводилась с 6 по 9 апреля 1945 года. Для прорыва Кёнигсбергского укрепленного района были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы, как из стрелковых частей, так и из инженерных войск. Помимо этого, в операции участвовали советские химические войска, 7 отдельных огнеметных батальонов, 3 батальона химической защиты, рота фугасных огнеметов и 5 отдельных рот ранцевых огнеметов. Перед началом операции советскими войсками была проведена длительная артподготовка. В течение 4 дней артиллерия и авиация разрушали долговременные оборонительные сооружения крепости. Штурм начался сразу с 8 направлений. Теперь уже не разведчики, а штурмовики и бомбардировщики появились в небе над Кёнигсбергом. Кёнигсберг-то они охраняли, и оружие у них было тоже порядочно там. Но наши войска готовились к прямому наступлению. Ну, утром, когда рассветало все, значит, началась сильнейшая артподготовка с нашей стороны, где, значит, из дальнобойных орудий, значит, из таких орудий, «Катюши» в течение, там, по-моему, получаса велась артподготовка, а потом уже пошли наступления. Штурм приближался к стенам Кёнигсберга. С нашей стороны все-таки в то время уже была оборонительная и наступательная техника хорошая. Но в то же время они со своей стороны также выставляли и танки, и другие, и стреляли по нам, понимаете, и из минометов, и из пушек тоже. Так что бои шлись серьезные. В Кёнигсберге я уже отвозил раненых. К нам поступали уже раненые в будущих боях в Кёнигсберге. Мне получалось на автомобиле эвакуировать их в более высокую, более квалифицированную инстанцию. На это у меня уходило несколько часов, потому что встречный транспорт, дорога Лежневка, вот, и я отвозил раненых. Герои, санитары и санитары-носильщики,
рискуя своей жизнью, работают в самых трудных условиях на поле боя. Презирая опасность, они выносят раненых с их оружием под огнем неприятеля. Кензибер был окружен там 20 с лишним фортов. И значит, на нашем направлении был один форт. Вот. Ну и значит, просто ее взять, эти артиллеристы, которые стреляли прямой наводкой, они не могли их уничтожить, стреляя в эти амбразуры, потому что у них, у самих в этих амбразурах стояли и пулеметы, и пушки, то же самое, противотанковые. Поэтому приблизиться на полкилометра, чтобы на прямую наводку этим противотанковым орудием, ну, не было возможности, потому что их расстреляли бы. Вот. Ну, у командования нашего эта идея, собственно, вот была, что, значит, расстрелять эти амбразуры из нашей системы. Это 152 миллиметра, значит, снаряд, 40 килограмм. Вот. А каким образом? Значит, подкатить орудие одно, вот, примерно там 500-600 метров, вот, сделать привязку этого орудия, значит, как, чтобы оно могло прямым выстрелом в эти амбразуры, как говорится, вот, попасть. Вот, значит, моя задача была такая, вот, развить вот эту триангуляцию в пределах вот этого орудия. Выкатили ребята, значит, это орудие и сделали три выстрела. Но с первого выстрела уже было ясно, что там, значит, попал снаряд. Но этот снаряд попал, и, собственно, мы к этому форту потом подъезжали, смотрели. Ну, представляете себе, что там действительно стены были такие, что снаряд не пробил бы. Там несколько метров эти стены были у этого форта. А попал в амбразуру. И там, где, значит, было орудие, стояло орудие. Вот. Ну, естественно, не только те в орудийный расчет там погиб, а все, кто находился в ближайших помещениях, потому что взрывная волна там от этих снарядов была такая, что там до смерти контузило, как говорится. Вот, значит, мы справились с этой задачей. Последний бросок. По штурмовым лестницам бойцы устремились к стенам форта. При освобождении Кёнигсберга отличились многие участники операции. 216 солдат и офицеров Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза. Один из них, Михаил Алексеевич Булатов. Рискуя жизнью, в одиночку, он разминировал дорогу к неприступному Кёнигсбергу. Когда я разминировал эти минные поля, вот, под Кёнигсбергом, наш командир послал, вот, в Кёнигсберг вела одна дорога нашей стороны, шоссейная дорога. Остальное все, апрель месяц, начало апреля, уже там тепло, уже там эти снега растаяли, место болотистое, все залито, и немцы еще открыли шлюзы, все затопили тут. Вот. И вот это единственная одна дорога. И когда я пошел, командир вызвал меня и дал такую задачу разведать эту дорогу. Если она заминирована, то разминировать, но разведать, потому что по ней пойдут и артиллерии, и танки. Когда я взял своих товарищей, стали добираться до этой дороги, надо из своей траншеи до дороги, надо было еще проползти много, добраться. Когда стали пробираться, уже где-то часа в пятом часу или в четыре немцы нас обнаружили. Там укрепления немецкие, дома, это многоэтажные дома. Они заметили, там у них огневые точки, открыли огонь. Сперва одного ранили. Потом одного, второго убили, третьего тоже ранили. Я остался один. Деваться куда? Надо приказ выполнять. Вот. Когда я добрался до этой, даже до шоссейной, до дороги, и пополз по кювету, пополз и стал осматривать дорогу, то я заметил взрыхленный асфальт, взорванный. Когда я выполз на дорогу,
когда разобрал, там вот такая болванка, то есть авиационная бомба, взрыватель. Вот. Ну, я это разминировал, так я разминировал 24 бомбы. И стреляли, я и слышал пули. Ну, я уже ни на что не обращал внимания. Мне главное было, чтобы разминировать, чтобы не пропустить ничего. А там, что стреляли, и пули свистели, и взрывы тут были, и все. Я делал свое дело. Я вернулся, доложил, вот что, принес доказательства взрывателя. Вот две штуки, две, по-моему, принес, показал. Вот. И через пока, когда я вернулся, доложил командиру, через два часа началось наше наступление. То есть по этой дороге пошли танки, артиллерии и ворвались в город. Наступающие с юга войска генерал-полковника Галицкого прорвались в район главного вокзала. ВВС Великобритании и США нещадно бомбили Кёнигсберг, казалось бы, помогая Красной армии. Но вместо фортов и крепостей союзниками был уничтожен исторический центр города. Откуда такая неточность? А может быть, эта медвежья услуга была допущена не случайно? Калининград очень красивый город, хоть он и разрушен был, но его бомбили англичане, вот, беспощадно громили его, и американские летающие крепости, много разрушено. Погода была настолько, знаете, неясная, как будто черная туча какая-то опустилась. Ни один самолет наш не летал, потому что невозможно было летать, не было видимости. И мы пошли в наступление. Когда все было предусмотрено и учтено, командующий фронтом принял решение взять Кёнигсберг звездным штурмом. Решающими в штурме Кёнигсберга стали два дня, когда установилась летная погода. В течение 7 апреля авиация произвела 4758 вылетов и сбросила на укрепление врага 1658 тонн бомб. Удары авиации и артиллерии слились воедино в непрекращающийся огневой шквал. По бетонной стали врага били морские орудия крепостного типа. На следующий день, 8 апреля, было совершено уже более 6000 вылетов. На позиции немецких войск обрушилось 2100 тонн бомб. 9 апреля 1945 года Кёнигсберг капитулировал. Пала цитадель. Взят Кёнигсберг, столица Пруссии, вековой оплот германской военщины Коки. Наш оператор заснял тех, кто сокрушил последние укрепления Кёнигсберга. Ну все, они встали. Некуда, ни сюда бежать, Мы прям на них, а сзади там некуда, там обошли наши тоже, обошли их. Ну и все они, давай руки поднимать. Кёнигсберг наши войска взяли за 3 дня, хотя немцы его укрепляли 700 лет. Вот, считали неприступными. Это был второй Берлин для нас. Они, Кёнигсберг-то, они охраняли. Потери Красной Армии составили свыше 9000 убитыми и почти 35000 ранеными. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Миф разрушен. Неприступная крепость пала перед самоотверженностью и героизмом советских воинов-освободителей. В битве за свободу Восточной Пруссии от нацизма погибли десятки тысяч советских воинов. Тем не менее, после победы эти земли были по-братски разделены между СССР и Польшей.
Более половины территории Восточной Пруссии было отдано Польше, руководство которой сегодня позволяет себе крайне реакционные антироссийские выпады и бесчеловечно оскверняет память советских героев, уничтожая памятники павшим воинам. Но справедливость, за которую наши прадеды отдали все, обязательно восторжествует.